Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим вкусный обед из жареных баклажанов. В Армении он очень популярен. Для этого нам понадобится 5 очищенных помидоров, 2 репчатых лука, 7 зубчиков чеснока, черный перец, красный перец, соль, 10 баклажанов, болгарский перец. Вы можете добавить еще и острый чили перец. Начинаем готовить. Если баклажаны большие, можно порезать на две части, потом на полоски. А если маленькие, можно сразу на полоски. Сейчас посыпаем солью и оставляем на час, чтобы лишняя жидкость вышла.